Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из Турции. Полиция в Турции будет проверять ношение масок на улицах. Массовые проверки начнутся по всей стране с 17 сентября. Турецкая полиция начнет массовые проверки масочного режима и соблюдения безопасной дистанции на улицах городов и других общественных местах. Соответствующий циркуляр выпустило Министерство внутренних дел, сообщает Хурриет. Ведомство направило циркуляр о проверках во всей префектуре страны. Согласно документу, проверки начнут проводиться уже в четверг, 17 сентября. В документе указано, что в этот день во всех провинциях и округах в целях поддержки эффективной борьбы с эпидемией коронавируса будут проводиться общие проверки под девизом «Для здоровья для всех нас». Мероприятия пройдут в местах массового скопления граждан, в том числе предприятий общественного питания и развлечений, отелей, торговых центров, коммерческих такси, парках развлечений, тематических парках и других общественных пространствах, в том числе и на пляжах. В документе не уточняется, о каких отелях идет речь. В ходе проверок особое внимание будет уделяться соблюдению правил гигиены, ношения масок и соблюдению безопасной дистанции. Напомним, 8 сентября в Турции были приняты строгие меры по контролю за распространением коронавируса. В частности, ношение масок стало обязательным во всех общественных местах, включая пляжи. Турецкие отельеры рассказали, что данные меры никак не отразятся на туристах. Вместе с тем, полиция Кемера уже проводила проверочные мероприятия в курортном городе на предмет ношения масок и соблюдения социальной дистанции. На сегодня по Турции у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего нового и интересного.